На сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей. Эти средства семьи могут потратить на улучшение жилищных условий, а именно на погашение кредитов и займов на приобретение или строительство жилья, а также на образование детей, формирование накопительной части пенсии матери и техническую реабилитацию детей-инвалидов. Самым востребованным направлением среди берчан остается приобретение и строительство жилья, а также погашение ипотечных кредитов. За период с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года у нас сертификаты получили 413 семей, распорядились средства материнского капитала 506 семей. Из них на погашение кредитов и займов 302 было распоряжение, на улучшение жилищных условий 146, на образование 58. По двум другим направлениям, на формирование накопительной части и на социальную адаптацию детей-инвалидов, заявлений не было. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, берчанам было выдано на 99 сертификатов меньше. Их получили 512 семей. Распорядились средствами материнского капитала 602 семьи. Из них на погашение кредитов и займов 361 распоряжение, а на улучшение жилищных условий 160 и на образование 81. Полностью распорядились средствами материнского капитала 466 семей. Напомним, что программа получения материнского капитала продлена до 2018 года. При этом родители, получившие право на сертификат до этого момента, смогут распорядиться им в любое время без ограничений по срокам действия.